Всем привет! Сегодня расскажу, как заработать $50 в Transfinance, минимальную выплату и проект, платит ли он или нет. Для начала вам нужно зарегистрироваться по ссылочке, которая будет под этим видео. Вот моя реферальная ссылочка. Можете ее ставить, научу вас где, как и что зарабатывать. Как быстро, то есть приглашать рефералов. То есть отвечу на все ваши вопросы. Далее вам нужно зайти во вкладку «Вложить». Здесь у вас будет 50 бонусных долларов. Немножко долго грузит, подождем. После этого выбираем сумму $50. То есть у меня 10, потому что я уже все потратил. Все остальное у меня на выплате. Жмем галочку «Гарант» и «Использовать кредитные бонусы». Ставим срок 10 дней, процент в сутки 1,5. Это самый оптимальный процент, который отлетает очень быстро. Нажимаем «Отправить заявочку». После этого у вас вылезет информация о займе, $50, дата 10 дней, количество дней. И сколько же вы получите? Вы получите почти $4. То есть половину получит WebTransFinance и половину получите вы. Итого, то есть вы получаете только за регистрацию почти 120 рублей, даже больше. Возьмем 120. Какие 120? Даже если доллар сейчас 40, почти 40 рублей, вы получаете почти 150 рублей за регистрацию. Минимальная выплата $50. Что же вам нужно делать дальше? Дальше вам нужно приглашать рефералов. Заходим в раздел «Партнерка». Вот опять же ваша ссылочка будет, ее берем и начинаем, то есть приглашать людей. Это может быть ВКонтакте, форумы, блоги, чаты и так далее. Теперь берем свою ссылочку и приглашаем. Далее, как же здесь зарабатывать? После того, как реферал зарегистрируется по вашей ссылке, он должен также вложить $50 на 10 дней под 1,5%. Итого вы получите почти $2, почти 80 рублей. Если вы пригласите 30 рефералов, вы наберете минимальную сумму для выплаты и ее закажете во вкладке «Вывод». Нажимаю вкладочку «Вывод». Минимальная сумма $50. Вам нужно 51, как сверху, чтобы заплатить процент для выплаты на Визу, на Киви, на Яндекс.Деньги, WebMoney, Pay и так далее. После того, как вы закажете выплату, перейду, покажу вам, как я получу выплату. У вас здесь будет такая в процессе, потом будет списано. Вот видите, снятие средств по заявке 3 числа. Заходим в мой Киви, обновляем и видим, что 3 числа я получил выплату в размере почти 2000 рублей. То есть до этого я еще две выплаты заказывал. То есть проект платит. То есть кто не верит, ну, это уже не знаю, я вам прям показал. То есть ваша задача — это приглашать рефералов, вы будете получать почти по 80 рублей за реферала. Самое главное, он должен не просто зарегистрироваться, он должен подтвердить телефон, вложить $50 под 1,5% на 10 дней. И как только ему вернут кредит, вы получите $2 и так далее. Еще как здесь можно зарабатывать? Это обучать рефералов делать то же самое, что и вы, то есть зарабатывать. То есть за каждого второго уровня реферала, то есть ваш реферал приглашает реферала, вы еще получаете $10. То есть бонусные, которые снять нельзя, но можно вложить и получать с них деньги. То есть, если ваш реферал пригласит 10 рефералов, вы получите бонусных $100, которые вы вложите, получите еще почти 200-250 рублей. То есть, подумайте, а если у вас будет 100 рефералов, и они будут делать то же самое, то вы будете получать каждые несколько дней неплохие суммы. То есть, какие будут вопросы, связь со мной под видео, ссылочка на регистрацию под видео. Всем пока, спасибо.